Хоба. Для разнообразия. Все мокрые, воробьи мокрые, белка мокрая. Ну, пускай покушают. Они где-то прятались, я насыпал, не было. Сейчас насыпал, смотрю. А, дождик немножечко перестал. И они сразу прилетели, и белка откуда-то выбралась. Собаки сухие. Вот один собакин сухой, а вот другой. Рыжий, конечно, наблюдает. Миша просто отдыхает. Ну, это такой Миша у нас. Хорошо. Посмотрите. Воробьиное царство. Рыжий что-то забеспокоился. Рыженький, смотри, там воробушки. Миша все равно. Я так попеременно. Собакинов и воробейчиков. Белка куда-то удрала. Вот она уже. Вот, белочка-то. Мокрый хвост и вся мокрая. Ну, что делать? Осень. Завтра вроде солнышко будет. Опять убежала. Ну, она дает воробушкам покушать тоже. Меня это успокаивает. Может быть, и вы тоже посмотрите, полюбуйтесь и тоже успокоитесь. Вон их сколько сразу. Ну, воробьи не жирные, я бы сказал. Я вообще-то ни разу не видел жирных воробьев, но нормальный. Просто, опс, опять белка. Белка опять. Они далеко. Воробьи не улетают. Они знают, что она покушает и им даст покушать. Угу. Интересно, вот воробьи наблюдают, что будет дальше. Что-то будет. Сейчас белка наестся. Бурундук тоже приходил. Вчера, сегодня я что-то его не видел. Ну все, белка ушла. Приступаем, братва. Вот так. Оп. Ну еще раз на собак. Рыженький, смотри, воробушки. Миша, хрю-хрю, Мишу, да. Миша серьезный мальчик. Рыжий. Шалопай. Вот воробьи здесь подбирают. Ну, конечно, летит в разные стороны. Ну, вот как-то так, ребята. Немножко. Просто. Вы уже привыкли, что у меня в день как-то два ролика получается. Но сегодня на музыке играть неохота. Ничего неохота. Такое какое-то настроение. Осеннее. Осенняя хандра. Ну вот, снимаю животных. Пернатый, хвостатый. И бесхвостый. Рыжий что-то поправился, да. Такой стал толстенький. Вот. О какой. Миша и всегда был толстенький. Да, Миш? Миша? А, Миш, как дела? Что-то тоже смотрит туда. Медленно голову повернул Миша. Ну вот так, ребята, просто для разнообразия. Я сегодня суп-кашу варил собаками. Вон она там остывает в кастрюльке. Сейчас хорошо, что холодно. Я сразу вытаскиваю кастрюлю на улицу, она... Ночь стоит, остывает, а потом я уже перекладываю. Есть у меня такие коробки специальные. Уже держу в холодильнике.
О, там какие-то собаки лают. Здесь собак много. Ну вот как-то так, ребята. У нас вечереет, не знаю сколько сейчас, где-нибудь 4:30 примерно. Мне нравится, когда белочка в лапы берет и из лап кушает вот так вот, так вот, так вот. Вот так вот, так вот, так. Белочка вообще-то тоже не худенькая. Ну что, это мои звери. Я люблю, когда хорошо кушают. О, воробьи уже даже белку не пугаются. Белка на втором этаже кушает, а воробьи на первом, да. Ну вот как-то так, ребята. Это бесконечно можно снимать и смотреть. Ну все, пока. С вами доктор Влад. И звери самые разные. Все, посмотрели. Пока.